Два экономических гиганта Азии, Япония и Южная Корея, оказались на пороге полномасштабной торговой войны. На этой неделе японские власти исключили Корею из так называемого «белого списка стран», которые свободно могут покупать высокотехнологичную продукцию. А еще ранее Токио в одностороннем порядке ввел ограничения на экспорт ряда химических компонентов, необходимых для производства полупроводников. Официальная причина – у Японии появились подозрения, что Южная Корея поставляла товары двойного назначения в Корею Северную. Но, по мнению экспертов, это лишь предлог. На самом деле, разногласия между Сеулом и Токио начались гораздо раньше. В минувшем году южнокорейский суд обязал филиалы крупных японских компаний выплатить многомиллионную компенсацию гражданам Кореи за то, что в годы Второй мировой войны они были принудительно привлечены к труду на предприятиях в Японии. По мнению экономистов, обострение торговых отношений двух держав грозит обернуться серьезными потерями, пусть и в меньших объемах, чем торговая война между США и Китаем.